Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. И сегодня будет одна из ваших любимейших тем – парфюмерная. Я взяла коллекцию своей подруги. Вы ее многие знаете. Ирина, стилист, видели в моих прошлых роликах. И ее коллекция довольно интересна, нетривиальна. И, по сути, наш парфюмерный гардероб характеризует нас. Так же, как одежда нас характеризует, наши привычки – книги, какие мы читаем, также парфюмерия имеет большое значение. Здесь будут ароматы бренд Killian, Van Cleef и Penhaligon's. Но давайте начну с Penhaligon's. Это очень интересная такая линейка портретов. И, грубо говоря, когда вы выбираете один из этих ароматов, вы проходите как психологический тест. К какому архетипу вы относитесь. Здесь вот такой вот прекрасный аромат. Я бы сказала, что это роза во флаконе. Где-то 90, ну, возможно, 80% слышна чистая роза. Очень красивая, деликатная, ненавязчивая, умеренная. Этот аромат, знаете, такого чистого достоинства. Ну и название об этом говорит, Duchess Rose. Мне почему-то даже до того, как я прочитала описание, я послушала этот аромат. И на уровне подсознания пришла такая картинка, что вот аромат какой-то герцогини. Только потом я читаю, думаю, ну один в один. До такой степени все продумано. Действительно, ароматы нас характеризуют в плане психологии. Какие мы? Этот аромат о розе благородный, с чувством достоинства, очень женственный. Я сказала бы, что для женщины с таким вот твердым характером. Очень красивая роза, если вы любите, если вы предпочитаете. Еще раз покажу этот красивый флакон с такой кошкой. Грациозной кошкой безумной красоты. Так, далее я хотела бы продолжить свой рассказ. Это Van Cleef, мечты о Калифорнии. Это такой, знаете, цитрусовый, медовый. Он принадлежит группе цветочный и аромат 2014 года. Этот аромат мне напоминает южное лето, почему-то какие-то стоги сена, невероятная жара. Цветы, на которые садятся пчелы. Здесь очень красивый жасмин. И вообще бы я назвала этот аромат как воспоминание о воспоминании. Это когда вы возвращаетесь в место, где вы проводили, допустим, лето, когда были маленькой, уже во взрослом возрасте, наносите этот аромат. И потом, когда вы пользуетесь этим ароматом, происходят вот такие вот вспышки. Когда вы посещали вновь это место, когда вы были маленькая, возможно, какой-то летний сон. Вот какие-то такие ассоциации у меня. И, слушая этот аромат, чувствуешь себя цветком, на который садятся пчелы. Вот такие невероятные ощущения, вспышки. Аромат очень красивый. Кстати, я особенно не знакома с ароматами от Van Cleef. Сладковатый, но не приторный. Если вы любите жасмин, я знаю... Редко, когда кто любит вот такую ноту жасмин, и тяжело ее найти красиво звучащей. Я вам однозначно рекомендую этот аромат. Такой счастливый, беззаботный, мимолетный, прекрасный. Возможно, сейчас лето, и вот он так раскрывается красиво, но мне кажется, его можно носить еще также весной. Возможно, ранней осенью. Зимой не знаю, ничего не могу сказать. У меня не было в коллекции никогда похожего аромата. Никогда. Очень красивый. Далее возьму вот этот вот аромат от Killian. Kisses Don't Lie. У меня никогда не было Killian'ов вот в таком яйце. Всегда мне нравилось это оформление. Относится к восточным цветочным. 2014 год, у него довольно обширная база, но вот то, что слышу я, это малина, довольно такая кисленькая, возможно, не до конца спелая. С розой здесь также есть еще розовый перец, фиалка, мира,
но я этих нот не слышу, а отчетливо слышу малину с таким послевкусием каким-то розовым. Не знаю, насколько стойкий этот аромат, мне кажется, аромат Киллиан, у них стойкость до 4 часов. Единственный аромат, который я долго на себе слышу, это «Хорошая девочка становится плохой». Что сказать по поводу этого аромата? Ну вот он такой легкий, манящий. Я думаю, что понравится мужчинам, но здесь не о женской красоте, а здесь о какой-то легкости. Возможно, просто о какой-то легкости. В принципе, интересный аромат, но я не уверена, что я его бы запомнила навсегда, либо не могу сказать, что это шедевр. Он имеет место быть, мне кажется, в коллекции, вот в коллекции, да, чтобы разрядить как-то тяжелые ароматы, слишком ароматы такие вот как с претензией, слишком женские такие ароматы. Он, конечно, будет нравиться мужчинам, потому что вот он такой девочковатый, легенький, и вот на лето, наверное, самое то. Дальше приступим к аромату, который мне понравился больше всего из коллекции моей подруги. Я не буду рисковать произносить на французском языке название, тем не менее, существуют и песни с этим выражением. Внимание, сейчас это будет не предложение, а перевод названия аромата на русском языке. «Не хотели бы вы переспать со мной?» Дословно переводится название этого аромата. Они, я знаю, есть в разных цветовых вариантах флаконов. В данном случае вот в таком темном. Невероятно красивое оформление. Мне нравятся такие вот черные флаконы. Ну, Киллиан умеет создать такую ауру. Очень хорошо может охарактеризовать роковую женщину, драма-квин. Немного такие они на грани скандальности, сексуальности. Вот я имею в виду фасад. Внутри флакона может абсолютно не соответствовать заявленным названиям либо позиционированию себя. Но этот аромат мне понравился. Он довольно стойкий, это женский аромат однозначно. Ну, провокация, даже если вас кто-то спросит, как называется аромат, если это, допустим, кто-то не в парфюмерной теме, тем более, если спросит мужчина, поинтересуется, как называется ваш аромат, ну, возможно, интересные развития событий. Парфюмер, который писал этот аромат, Альберто Морилес, и он создал много ароматов, которые являются моими любимыми. Это Flower Back and Zo, Carolina Herrera 212, Carolina Herrera Sexy, по-моему, там мужские ароматы, а вот для женщины VIP создал. И, конечно же, один из самых моих любимых в молодости ароматов – это Bulgari Omnia Crystal. В общем, он умеет создавать знаковые, такие роковые ароматы, особенно вот то, что касается Carolina Herrera 212 Sexy, это был знаковый аромат, много раз повторяла, подруги за мной повторяли этот аромат. Flower Back and Zo очень такой, как по мне, манящий. В общем, он знает, как создавать красивые ароматы, которые врезаются в память. Это аромат 2015 года, относится к восточным цветочным. Я бы сказала, что это женский аромат однозначно, он вечерний однозначно, в нем есть животная нота. Я читала в описаниях, что невероятно красиво звучит на кожаных вещах, идет смесь такая вот на пределе. Красиво звучит этот аромат, можно с ним переборщить, в принципе, одного нанесения достаточно, я просто открывала, слушала. Он пьянящий, здесь есть ваниль, тубероза и древесные нотки. Рекомендую вам послушать, возможно, даже разносить, потому что только послушать этот аромат
ну, это будет как бы нечестно по отношению к вам и к аромату. Его нужно разносить, чтобы он не душил, чтобы он нравился. Но это превосходное решение на вечер. Возможно, различные развития вариантов события. Он действительно провокационный. Далее, следующий аромат. Flower of Immortality by Killian. Он принадлежит к цветочным фруктовым ароматам 2013 года. Аромат. Парфюмер, которая писала аромат Калис Беккер, и она писала Жадор. И многие-многие, ну это был ее такой триумф, и многие-многие другие ароматы. У нее невероятное количество работ. Для Киллиана она очень много писала, для Марка Джейкобса. И еще такой знаковый аромат из Сен-Лоран Кафтан. Мне он очень нравится из Сен-Лоран. Именно кафтан. И это тоже приятный аромат, несмотря на то, что когда вы открываете флакон, слушаете, либо наносите, он заявляет о себе очень громко, но со временем сходит на нет, и он звучит близко к коже, он такой довольно интимный и подойдет для тех, кто считает моветоном, когда аромат звучит в радиусе километра. То есть он только для вот такого интимного общения, близко-близко к коже. Также я видела, что многие сравнивают этот аромат с Moonlight in Heaven. Я должна не согласиться. Moonlight in Heaven – это больше такой роковой аромат, больше такой женский. А этот, когда уходят первые нотки, он становится близко к коже и становится девочковатым. Это вообще другая история, менее такая роковая. Эта история больше про уют. Он располагает к себе, этот аромат манкий, он не агрессивный абсолютно. Здесь нет такой вамп истории, драма квин, это история о девочке. О девочке, я думаю, что он привлечет многих мужчин, потому что мужчинам нравится уют. И, как правильно сказать, так, чтобы никого не обидеть, нравится уют, но не нравятся те женщины, которые показывают зубки. Им нравится полное принятие, когда их понимают. Даже если там вы им не скажете всей правды, правда никому не нужна. Это вот про уют, про комфорт. И место такое, знаете, как дом, где можно расслабиться, быть самим собой, доверять. Вот это транслирует этот аромат. Такая вот запутанная история, это то, как я вижу. В базе находятся персик, рис, морковь, ваниль. Я отчетливо слышу только персик, когда уходят вот эти вот все первые нотки. Это уже сразу случается буквально после 10-15 минут. Персик, и он очень пудровый. Очень-очень пудровый. До такой степени легко звучит, словно это просто ароматизированная пудра. Также здесь есть еще бобы тонко и смородина. Но я назвала две ноты, которые я слышу. В общем, это аромат уюта, несмотря на такой вот фасад, на такой черный флакон. Послушайте, попробуйте, если вам нравятся ароматы в таком направлении. На этом видео подошло к концу. Я надеюсь, что вам была приятна, неожиданно такая парфюмерная тема среди шопинг-влогов. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой инстаграм, ставьте лайки. Я постараюсь вас радовать как можно чаще новыми роликами на разные темы, чтобы темы были разноплановыми. Увидимся. Всем пока-пока.